Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется Pocket Troops. Ха, сейчас я познакомлю этих ребят со своей малышкой. Соберитесь, парни, атакуем по команде. По команде, а ну проверим. Йо, тихо. А чё вы так близко подходите? Вы могли бы издалека бомбить. Не, ну вот этому, конечно, с дробовичком надо подходить поближе. Нифига, чувак там последний остался. На тебе. Ах, тут еще несколько волн. Гранатометы. Пожалуй, я пас. Не дрейф, салага, вдарим по ним с воздуха. Авиаудар. Ну-ка. Как это будет выглядеть? Неплохо, на нафиг. Так, ну что, ребята, это была первая наша победа. Я так понимаю, обучающая. Вот он наш отряд Альфа или Браво. Ждем, идет загрузочка. Гав, шеф, мы потеряли связь с отрядом Бета. Нужно вернуть ребят домой. Штаб прислал новобранцев. Нужно выбрать самого расторопного для спасательной операции. Типа вот этот, да? Самый расторопный. А разведка доложила о передовых отрядах противника неподалеку. Проверим бойца в деле. Интересно, почему это мне инструктор Сироже говорит в виде собаки? Не знаю. Ну что же, мы с тобой отправились на какую-то миссию, я так понимаю, соло. Точно? В одно лицо? Зашибись. Хватит жевать портянки, в бой! А какого фига ты мне вообще приказываешь, а? Хватит жевать портянки. Так, ну-ка проверим. Мы с дробовичком, да? На тебе. Получи, распишись. Зашибись. Их слишком много, запросим поддержку штаба. Авиаудар, согласен. Делаем. Блин, я обожаю этот авиаудар. Все, ребят, мы победили. Победа. Не празднуй слишком бурно, шеф. Впереди долгий путь. Я даже нисколечко не сомневаюсь. Но мы с тобой зарабатываем опыт плюс деньги. Соответственно, значит, мы с тобой что-то будем приобретать. Видимо, прокачивать наших героев. Командир, разрешите одолжить, новые бойцы прибыли. Рекруты. Гав, агент, мы с командиром уже нашли общий язык. Шеф, выбери новобранца. Этот с трубкой, главное, эти с сигарами. Ну, давай возьмем этого. 201 бакс. А у меня-то сколько денег? О, 2299 бакинских. Нанимаем. Так, профессор Зло. Вторая миссия из 65? Вы серьезно? Так, сложная миссия. Тренируй бойцов и улучшай снаряжение, чтобы победить. Ну, я так и думал, что мы все-таки будем здесь заниматься своего рода прокачкой. Блин, я хочу вот такой вот пулемет себе, миниган. Так, ну у нас теперь двое. Шеф, указаний со штаба не поступало. Принимай командование. Сам, то есть, что хочу, то и врачу, да? Ну, давай я, например, вот этим. Так, у нас... приказы какие-то есть. Что, если я вот так вот сделаю? Да? И вот так. Вот так вот. Это он еще почему-то промахивается, я не знаю, каким чудом нам везет, какую-то книжку получили. Командир боец получил тяжелое ранение, требуется оказать помощь. Лечение, да какое там... Выберите бойца, чтобы восстановить ему здоровье. Да, конечно, у него там здоровье, как, я не знаю, как у слона. Ну, че? Боец здоров, я понял, что боец здоров. Приказы. Давай вот этого, наверное, бомби, а ты... А ты вот этого. А почему крестики? А, наверное, отменить можно, да? Так, проверим. Минус один, сразу же с лету. На тебе, зарбаша. Он еще и упал, отлетел куда-то там. Давай, давай, давай вот этого. На нафиг. Получи, нифига там у него вылетает. 500 баксов выпало. Удачный день, шеф. Шлем солдата почти как новый. Давай снарядим одного из бойцов. Слушай, если мы с тобой посмотрим рекламу, мы еще получим сверху 175 долларов плюс 6 звездочек. Я не знаю, что это такое. Но, наверное, пока ничего не будем делать. Просто продолжим. В общем, мы с тобой выбили шлем.
у врага, и, соответственно, нас просят, чтобы мы этот шлем надели на нашего персонажа. На своих заданиях вы будете находить оружие и предметы, не забывайте подбирать лучшее снаряжение для ваших бойцов. Так, рюкзак, прогресс. Рюкзак, арсенал. Переместите шлем солдата в слот бойца. Сделаем. Отлично, боец стал сильнее. Откройте инфу предмета, чтобы узнать больше. Так, смотри, доступно классам бойцов. Ёпрсты. Улучшить, а что это будет улучшить? Блин, это я шлем улучшаю, зачем мне это нужно? Новые предметы можно получить в бою, в сундуках и в рюкзаке бойца. Угу, я получил дробовик. А, уровень повышен. Все, я понял. Так, короче, если мы с тобой находим два одинаковых предмета, мы можем их скрестить. Смотри, там штампуют какие-то пропуски непонятные. Так, профессор зло. Тут, смотри, тут какое-то приключение будет. Турнир, арена, боссы. Ежедневные боссы и миссии. То есть мы пока с тобой еще до сих пор как бы на обучении. Новичок, салага, боец, ветеран, элита и мастер. Тихо и быстро. Так, смотри, тут уже, друзья мои, пойдут чувачки с гранатометами. А нас по-прежнему двое. Смотри, какой чувак жадный. Две винтовки взял. Похож на снайпера. Так, ну что? Ух, эти ребята выглядят угрожающе. Вперед, за нашего командира. А я пока прикрою тылы. Ты жук, прикрой там тылы. Так, сюда и сюда. Погнали. Ну? Ой-ой-ой, а что они такие крепкие-то? Эй-эй-эй-эй-эй. Мне нравится с дробовика, по крайней мере, что он может уронить противника, это очень круто. На тебе, у них еще перезарядка, оказывается, тут есть. Проблема в том, что мне нужно вот действительно сейчас залечить раны. И тут, скорее всего, нужно авиаудар. А если я не хочу его применять, давай-ка мы, наверное, вот сюда поставим. С базуками, кажется, это опаснее всего, чувак. Блин, я так и думал, что добром это, блин, не кончится. Так, минус один. Ёк-мака. Здоровски. Бой проигран, бойцам нужно время, чтобы восстановиться. Вы можете ускорить лечение за рекламу или золото. Офигеть. Если честно, я даже не ожидал, что именно вот так вот получится. Шеф командования дал добро на развитие штаба. Давай улучшим комнату отдыха, чтобы нанять больше рекрутов. Ну, наконец-то. Вы поняли, да, что мне тяжело двумя играть. Купите улучшение для комнаты отдыха, чтобы увеличить количество бойцов в отряде. Куплю. Прикольные такие диванчики. Неплохо получилось, правда? Не забывай улучшать комнаты, чтобы открывать новые функции и получать бонусы. Командир, теперь вам доступна тренировка бойцов. Ага, тренировка. Не забывайте тренировать бойцов. С каждым уровнем тренировки повышаются их базовые характеристики. Шеф, во время тренировки наши бойцы недоступны для боя. Давай ускорим тренировку и повоюем. Командир, теперь вы сможете управлять базой самостоятельно. Ну, я и инструктор Сережа будем рядом. Да, спасибо. Так, слушай, вот этот боец-то понятно. А можно мне вот этому бойцу шлем одеть? Прирожденный убийца. А, это мне не нужно. Так, о, я ему не могу поставить. Он у нас, ребята, вот с такими вот автоматами, винтовками. Этот, естественно, с дробовичком. Прогресс. Ага, с каждым уровнем, судя по всему, тут что-то будет новое открываться, да? На 10 уровне у него бонус к скорости, увеличивает скорость бойца на 2. Слушай, а что у нас там были за значки? Ну-ка, например, я потренировать хочу, да? Недостаточно очков тренировки. А если я вот так сделаю? Вот это, что за медальки? Где они у нас такие? Это вот они? Понял. Это значит, они, значит, у него, смотри, есть дробаш, есть шлем. Видимо, еще будет броня, скорее всего. А может быть, не будет, не знаю. Вопрос в другом. Где мне... Так, арсенал.
дело номер 001. Так, рекруты. Ох, ничего себе. Ё-моё, так это же этот, это же Сильвестр Сталлоне, друзья мои. Это что такое? Донатный персонаж, я понял. Так. Барон Рот. Нет, Слай. Так, одна звезда, одна звезда. Ох ты. А это, по-моему, снайперок. Вот его я возьму, друзья. Снайперочек-то нам нужен. Блин, зачем нам пистолет? Ух ты, а это что такое? А что я за это трачу? А, я за это трачу, все, понял, звездочки. Вот это что такое? Улучшить. Лазерный прицел. Я его могу поставить? Могу. А это у нас БКБшечка. Увеличит здоровье бойца на 4. То есть это тоже одевается точно. Вот, видишь, да, плюс 4. А я могу соединить? Ха, уровень повышен. То есть у него плюс 11 к ХП. Плюс снайперку прокачали. Не знаю, нужен ли пистолет ему. Уровень первый, максимально у него 10 уровень может быть. А давай-ка еще разочек. Пекаль. Окей. Прицел. Улучшаем. Улучшаем. Так, пистолетики и прицел. Может быть, я слишком много делаю для этого. Но снайпер нужен, согласись. Так, я могу еще нанять? Ох ты, какая тут. Так, это автоматчик. Слушай, а гранатометчика нет у нас? Кабум. Даже не знаю. Наверное, пока никого больше я брать не буду. Мне нужен гранатометчик, но их нету здесь. Это что у нас тут? Принтер. Так, тренажеры. Чтобы купить, это что нужно сделать? Принтер второго уровня, чтобы принтер... Ага, не хватает финансов. Так, друзья мои, пойдемте-ка мы с вами, наверное, на очередное задание. Тихо и быстро. Огонь по команде. То есть вот здесь я остановился, здесь я пройти не смог. Так, понятное дело, не смог. Во-первых, мне дали мало бойцов, это раз. Во-вторых, сейчас у меня снайпер есть. И я думаю, что у нас будет здесь все четенько. Снайпер, давай бомби сюда. А эти пускай бомбят. Вот так, погнали. Блин, снайпер, ты должен их валить по-быстренькому. Что-то промахивается еще, блин. Ага. Слабоват снайперок будет. Слабоват, друзья мои. Хиляться нужно. Ты уж извини, но сделаем так. Может, я его удар все-таки применим, а? Ну их нафиг. Вот этого гада валите, валите вот этого. Специально что ли? Все, ребята, там что-то выпало. 800 бакинских. Плюс 8 звездочек. То есть звездочки здесь нужно. Поэтому я смотрю рекламу. Так, смотри-ка, мы повышаем уровень. Было весело. Как два пальца. Все, ништяк. Такие крутые деловые. Слушай, ну игра мне нравится. Ребята, пишите в комментариях, как она вам. И хотите ли вы увидеть следующую серию по этой игре. Так, неужели мы можем прокачать? Точно. Принтер. Давай. Так. И... Подожди-ка, тут 1200. Это тренажеры, да? Это тренажеры. Тут еще госпиталь будет, комната отдыха, арсенал, авиаудар, принтер, и тут уже реанимация, аптечки и так далее и тому подобное, да? А это что такое у нас? Крепыш. Увеличивает здоровье бойца на 6. Фига себе, 15. Ребята, за одно улучшение ты видел сколько? Ага, тут чтобы улучшить. Это уровень, да? Ну-ка. Ого. Так. И куда вообще, куда мне это вот
сунуть, снарядить. Вот сюда, да? Посмотрим на параметры. Нифига себе, плюс 24 к здоровью прибавило это сердце. Так, а вот шлема как раз-то ему и не хватало. Шлем, бери. Так, это сердце первого уровня. Наверное, нам надо с тобой вот это вот сделать. Так, дает прибавку. А пистолет я не знаю, зачем нужен, если честно. Прогресс. Так, давай-ка мы посмотрим на нашего Лукаса. Что у него там? Мне бы броньку бы какую-нибудь достать. Вот это было бы круто. Опа! Взрывчатка поражает врагов в малой близости. Но это нужно прокачать, потому что сейчас, я так понимаю, это бесполезно. А это у нас доступно классам бойцов. Вот таким. Так, а что вот это дает? Скорость определяет очередность хода бойцов на арене. Ага. Ну, допустим. Пока оставим как есть. Ну что, ребята, погнали в бой. У нас с вами. Так, смотри-ка, здесь уже появляются потихоньку реальные игроки. Ну, может быть, боты, конечно. Но мы будем представлять, что это реальные игроки. Так, здесь грязная работенка. Ох, нифига, это кто такой? Хеллайзер, кто ты, мать твою, с такой пушкой? Ты серьезно? Я хочу забрать у него эту пушку, ребята. Я хочу забрать. Это, наверное, супер-пупер какая-то космическая технология, о которой нам только и мечтать. О, тё-тё-тё-тё. Ладно, здесь автоматчики. Я думаю, что сделаем вот так для начала. Снайпер, конечно, бомбит очень слабо. Хотя здесь он хорошо бомбанул. Опа! Гранатка, ты видел, что делает? Ха! Оглушает, и это круто. Я надеюсь, у него еще есть в запасе гранатка. Так, секунду. Я думаю, что, наверное, надо вот этого в первую очередь забомбить, потому что он пойдет вперед. Эти-то будут сзади все стоять. Да-да-да. Нет, они идут. Окей. Нати! Блин, в одного только попали. Но, тем не менее, это все равно хорошо, ребят. Сейчас накажем. А, это вторая волна только. Еще будет третья. Что-то выпало. Выпала звездочка. Ага, а вот этот охламон, ребята, залечиваем. И, естественно, все наши приказы будут вот сюда. Если у нас будет граната, мы сможем его, наверное, оглушить. Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты видел? Так, он перезаряжается. Гранату бросай. Красавчик. Что? У него, ты видел, у него была защита от гранаты. То есть какое-то поле. Та, сосунок. Нашел на кого бочку, да? Катить. Ну смотри, мы получили с тобой по уровню. Интересно, а мы забрали у него пушку? Или нет? Что? Ну-ка, бесплатно. Звездный сундук. Давай посмотрим, что нам тут выпадет. Сундук, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Согласен. Смотри, элитные войска. Шанс получения контракта с элитными войсками. Ну, золото, налички, это все понятно. Так, наличку. То есть нам достается наличка. Допустим. Где-то еще, вот, вот, ребята. Золотой сундук. Смотрим, что здесь. Шлем солдата. Золотые монеты. Так, это какой-то, я не знаю. Воу-воу-воу. Ёк-макарёк, это что такое? И... Да... Чтоб тебе. Лучше будет вот этот двойной удар. Слушай, ну шикарно. Вот это, кстати, элитные войска даются почему-то на один день. Я могу еще, конечно, звездный сундук крутануть за 25 вот этих монет. У меня всего лишь их 52. Так, тренажеры, госпиталь, комната отдыха.
Что такое тренажер? Давай возьмем. Ты видел, там робот был этот из Футурамы. Ах, тут вот еще можно тренироваться. Так, тут у нас еще есть место. Кстати, двух мы можем еще взять. Вот вопрос, в чем кого? Кого бы нам взять? Это снайпер. Снайпер у нас есть. Это тоже снайпер. Слушай, я думаю, что девчулю я, наверное, возьму. В команде нужна девочка, согласись. Дай-ка мы откроем с тобой. Окей. Совмещаем, совмещаем. Гранаты. Гранаты. Так, третий уровень берем. Вот так, шлем. Ну, как бы вот так у нас получается. Так, уй, не то сделал, не то. А, вот как можно. Не обязательно 1-1-2-2. Можно вот так вот просто брать. Опа. И все. Блин, а я-то тут выкручусь. Вот, не обязательно, ребята. Можно просто вот так вот брать и соединять. Единственное, что тут получается, видишь, как бы такая штучка. Но мне кажется, дальше будет просто трэш. Так. Ух ты, максимум 5 уровня может носить. Но это, видимо, на данный момент. Потому что если мы прокачаем уровень нашему персонажу, да, то она, скорее всего, сможет повысить. У нас есть книги? Так, максимальный уровень звания. Слушай, ну вот, я ее повысил до 4 уровня за счет каких-то книг. Вот они, книги здесь были. То есть ты сможешь? Так, максимальный, да? И прокачиваем шлем. Шлем ставим сюда. Ну, девчонка у меня вообще получается в данный момент просто топчик. Именно по прокачке. Снайпер. Не знаю, зачем этот пистолет. Что он вообще дает? Можно, конечно, прочитать про него. Так, белка в глаз. Шанс нанести критический. Ага. Магнум. Критический урон. Ну, фиг с ним, пускай будет. Я думаю, пока достаточно. Так, погнали с тобой на карту. 4 бойца у нас. Дозор. Что за такой дозор? Сложная миссия. Тренирую бойцов и улучшаю снаряжение, чтобы победить. Дозор. А если я хочу, например, сходить в дозор и посмотреть, что это такое? Кто мне помешает? Я думаю, никто. А ну-ка. Погнали. Пускай сами решают, в кого бомбить. Нате! Еще одна пошла. Замечательно. Это, то есть я нажимаю вот так, да, ребята, и это у нас автобой. Тут, как ты видишь, можно ускорить до 3. Скорость повысить боя. Дозор на изи прошелся. Вообще сосунки. Так, получает уровень, что ли, да? Не пойму, там опыт. Этот опыт прибавляется еще к опыту. Получаешь уровень или что это такое, не знаю. Боссы. Пройди миссию «Долгая дорога». А где такая долгая дорога? Мародеры. То есть вот это вот у нас получается как бы рандомные миссии, да, где мы можем просто с тобой выходить и чисто зарабатывать на них. Верно, я так понимаю? А ну-ка. Тут тоже две волны. Отлично. Да мы их тут расколбасим, тут никаких проблем вообще нету. Автобой. То есть мы можем с тобой сами указывать, в кого нам бомбить. А когда мы просто нажимаем на автобой, они, естественно, ребят, сами убирают, кого им бомбить. И тем самым мы проходим. Вот что вот это такое? Ну это опыт, да, прибавляется. Если полностью шкала забивается, мы с тобой получаем левел ап. Это так работает.
Естественно, хотелось бы посмотреть, что здесь за боссы, за рейды. Ну, я так и не понял. Долгая дорога домой, компания. Тут есть приключения еще. Так, свинцовый дождь. Не знаю, ребята, здесь ребенок номер 13. Где это я все должен пройти? В какой... Вот здесь вот, наверное, в компании в этой. Слушай, бесконечная пустыня. У нас с тобой здесь последняя миссия. Давай-ка мы ее пройдем. То есть в компании есть определенное количество, ну как бы первый этап, да, в нем, например, в первом этапе 5 миссий, второй этап, в нем тоже 5 миссий и так далее и тому подобное. Здесь я думаю, что автобой вполне себя оправдывает. На тебе. Так, вот это когда, ребята, пелена, это значит, что он ослеплен. Когда звездочки над головой, это значит, что он оглушен. Ой, тихо. Я вообще-то не то хотел сделать. Оу, щет. Перезаряжается, гаденыш, перезаряжается. Промахнулся, видишь, у него там пелена была, и он промахнулся со своей базуки. И мы его вырубили. Так, три чувачка с миниганами. Бросай гранату. Так, девчуля, короче, ослепляет врагов. Этот оглушает. Будем знать. Когда красненьким, я так понимаю, это значит, что мы кританули, да? Хе-хе. Шикандосик. Так, смотри, этот получил новый уровень, да? Получается, 4-й левел у него. Отлично. Ну что же, тогда давай посмотрим. Денег мы с тобой заработали чуть-чуть. Какие-то там ящики выпадали. И самое главное, что мы прошли с тобой, по-моему, это задание, да? И забираем ящик. Так, 28 тысяч налички. Оу. Только я, правда, не вижу, чтобы это отмечалось. Так, Горыныч. Винтовку какую-то получили. Пудж, дай пуджа мне. Нет, дают регенерацию. 28 тысяч монет, долларов. Хи-хи. Что вот это такое, а? Бесплатное. Элитные войска продлить на 1 час. А что он делает? Тренируй больше бойцов одновременно. Больше миссий в приключении. Вот что, да, значит, дает она. Понятно. Так, у нас тут почта читать. Сервера снова в строю. Сервера снова в строю. Поля сражения ждут своих героев. Я понял вас. Контракт действует какой-то. Какой контракт еще? Войти через социальную сеть. Ну что, войдем. Так, зашли. И у нас тут что такое? Арсенал. То есть это наш шкаф. Ёк-макарёк. Куда вот это вот я могу... Кому я могу вот это, ребята, Горыныча воткнуть? Скажи мне на милости, а? Кому? Бойцы. Рекруты. То есть бойцы это которые со мной. Рекруты это которых мы с тобой можем нанимать. Это госпиталь, комната отдыха, арсенал, авиаудар. Принтер что делает? Печать наличных. На каждом уровне своя скорость и вместимость. Уровень 3 для тех, у кого большие карманные расходы. Принтер, давай. Прокачаем. Наличку штампует. Реанимация, нью. Что такое нью? Так, реанимация потерявших сознание бойцов возвращает их в строй в ходе битвы. Ну, по идее, это полезная вещь. Ага, вот ее куда поставили. Следующий уровень 19 тысяч. А, это для принтера, ёк-макарёк. Так, а вот это что у нас? Авиаудар. Угу. Я-то думал, что у нас с тобой очень много денег и такой довольный. А на самом деле мы их уже все потратили. Так, комната отдыха. Улучшение условий проживания увеличивает максимальное количество бойцов в армии. Уровень 2. Голодный солдат, плохой солдат. Корми ребят вовремя, и они не подведут. Золотые слова. Так, что им тут? Телевизор, да? Шикарно живут, ребятули. Теперь госпиталь. То есть я все деньги, грубо говоря. Госпиталь.
Так, а это что у нас тут? Уровень 2. Персональный подход – лучшее лекарство. Важно знать внутренний мир каждого бойца. Ну, то есть, типа, как психотерапия, да? Как-то так. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Если вам понравилось, пишите об этом в комментарии. А на этом я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.